Эти же самые люди, эти же группы, я это помню, когда был ребенком, говорили и писали эти же вещи о Менахеме Бегине и Иргуне. Если бы не было Бегина и Иргуна, сегодня не было бы государства Израиль, которое эти люди могут посещать на деньги еврейских фондов. Да, мы прибегли к насилию против русских. Конечно, это так, потому что за 50 лет мы перепробовали все, что только можно. 50 лет эти гномы, эти пигмеи учили нас скрытой дипломатии, что они достигают поставленных задач с помощью скрытой дипломатии. Дипломатия была такая скрытая, что ее просто не было. Здесь присутствует пресса. Знаете, чего она хочет? Она хочет насилия. Вот что ей нужно. Вот что попадает в заголовки. Мы дали ей насилие, и они поместили проблему советских евреев на первые полосы. И внезапно каждый миннесотский фермер узнал, что есть проблема советских евреев.